Аматоры бега у Гомеля шановали память ахвяров аварии на Чернобыльской АЭС. 26-й по лику междержавный легкоатлетичный пробег, званый Чернобыль, отрымался масштабным. Удел приняли 1500 человек. С подробязностями Максим Савин. Стартовал пробег ля Лядовага палаца. Каждый сам выбирал дистанцию 2, 3 альбо 10 километров по своих силах и узровне подрыхтовки. Взрост удельников розный, от дошкольников до ветеранов. Для самых маленьких дистанция зусім невеликая. Однако она дозволила отшуть атмосферу мероприемства. На старт больше протяглых дистанций вышли как аматоры, так и профессионалы. Наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский стартовал на самой протяглой 10-километровой дистанции. Вижу много здесь и школьников, много здесь и семейно, я думаю, вот, здесь взрослые с детьми, это очень хорошо. Более того, мероприятие проходит в городе, об этом узнают люди. И это будет хороший стимул для вот такого движения физкультурного. Многие просто захотят принять участие не в этот раз, но в следующий. Стрел стартового пистолета и удельники на дистанции. Бегу сприяло все. Надворье, ровная дорога и, вядома ж, атмосфера. Якая бывает только тогда, коли вокруг великая колькость однодумцев. Сама организация очень понравилась, трасса тоже как бы по городу очень интересно, редко проводят соревнования по городу, обычно как на стадионе, кроссы по пересеченному месту, а так по городу очень интересно, тем более массовый старт уже очень захватывающий. Цікавасць да пробегу расце з года ў год. Сёлета зарэгістравалася для ўдзелу 1500 чалавек. Па словах арганізатараў, якраз на такую колькасць разлічвалі. Традыцыйна прыехалі і госці з прыгранічных рэгіёнаў Беларусі і Украіны. У нас из года в год оно все время добавляется, но мы надеемся, что в следующем году будет участников гораздо больше. Як вядома, здоровье человека шмат у чым залежыць ад яго самого. На фізічная культура і спорт адзін з галоўных элементаў доўгага і шчаслівага жыцця. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио. Компания «Гомель».